В Твери открылась выставка-продажа свежайших фермерских деликатесов «Дары Кубани». Торговые галереи раскинулись на втором этаже ТЦ «Рубин». Любители еды, лишенные вредных добавок, оценят фирменные блюда из различных уголков нашей необъятной страны. От юга России до Камчатки. Здесь можно продегустировать все, что предлагают торговцы. На ярмарке одновременно собрано такое количество сокровищ кавказской кухни, которого в столице Верхневолжья больше нигде не встретишь. Для тех, кто любит блюда погорячее, фермеры из Абхазии собственноручно приготовили ароматную, жгучую домашнюю аджику. Поверьте, это не та пародия, что продается в магазинах. Вкус настолько острый и насыщенный, что стоит чуть-чуть попробовать, вытираешь слезы. Кроме обычных грудинок и филе домашних животных, на ярмарке можно купить мясо кабана, вымоченное в гранатовом соке, оленину и косулю в вине, буженину, балык, хамон. Деликатесы – это заяц, фазан, кабан в гранатовом соке, оленина в красном вине и вот абхазская наша фирменная колбаса с 9 специями. Только представьте себе, твердые сыры из козьего молока томились по грибах 6 лет, чтобы попасть к вам. Овечьи сыры из благородной голубой плесени, адыгейские, копченые сыры разных сортов. После острых и солоноватых угощений можно заглянуть и в отделы со сладостями. Здесь вы попробуете самый ценный кубанский мед – каштановый. Помимо сладкого привкуса, он имеет еще и горчинку. Это означает, что продукт настоящий. Все это прекрасно дополнит чашечка краснодарского ароматного чая ручного сбора. Мы купили арахис, который на юге пробовали. Он в скорлупе, он горячим воздухом обжарен. Невозможно пройти мимо рыбных дальневосточных деликатесов. Ароматная, манящая своим видом копченая рыба – одна из самых вкусных закусок. Здесь можно купить королеву лососевых чавычу, которая богата всеми витаминами. Фермеры подробно расскажут, как именно и где был сделан тот или иной продукт. Работать ярмарка-выставка «Дары Кубани» на втором этаже ТЦ «Рубин» будет до 8 марта включительно. Приходите, порадуйте себя чем-нибудь вкусненьким.